Всем привет! С вами канал Артмания. И у нас 4 утра. Смотрите, там, блин, там так красиво. Надеюсь, что вам видно. Но там восход. И небо голубое, и там оранжевое небо, как будто закат. Хотя нет, подождите, там закат. Восход с другой стороны. Там закат, блин, ну там так красиво. Через балкон у меня не видно. Зелень все закрывает. Короче, уже светло. Короче, монтировала ролики и досидела до 4 утра почти. Сейчас буду ложиться спать, сколько там посплю, посмотрим. Ну, блин, так жалко, что не видно через окно у меня. Там, блин, так классно, такая красота. Кто живет на набережной, у кого окна выходят туда. Представляете, они каждый день наблюдают такую красоту, каждое утро, блин, так классно. Через камеру светло. Смотрите, какой дождь у нас тут накатило. Темнотища. Начало 10 часа. Так темно. Погода портится. Ужас. Ой. По-моему, там гремит даже что-то. У меня уже завтра мой выходной начинается. А тут дождь. Не, я тогда дома хочу. Офигеть, смотрите, вообще не видно ничего. Там стеной, просто стеной походу. Утро и уже дождь, представляете? Есть, просто ливень. Оказывается, я ошиблась, время 6:40. У меня как раз в то время мама встает на работу. И тут такой ливень просто. И, честно говоря, сейчас не завидую всем людям, кто сейчас встает на работу. Потому что такой ливень. Блин. Сейчас и то есть транспорта добраться надо. А транспорт у нас. Что там, остановки-то ни о чем. Многих остановок даже застекления нету. Все закрывать, все встали. Закрывают свои балконы, чтобы не налило. Кошмар. Это ужас. Все потемнело так. На перекладинку. Ну, видишь? Волосы мешают. Пойдем там покажу я тебе на той площадке. Идем покажу большую дракона. Дорогу на дорогу пойдем. Дерево, веточки. А вот видно. Свисает. Красиво. Пойдем. Политех. Хэштег политех. Ну что ты молчишь-то теперь? А? То я сейчас уйду и обижусь на себя, раз ты со мной не разговариваешь. М? Ну и что? А что молчишь? Только добрый бываешь один день. А вот следующий день я сколько раз уже замечаю. Ты особо не разговариваешь, такое уже все. Тебя хватает как-то на один день.
снова этот. Развеселись хоть. Что-то сейчас придем, тоже будешь молчать? Думаю. Короче, смотрите, ночью я тут занимаюсь, делаю котлетки обалденно вкусные. На них будет отдельный рецепт. Выйдет где-то там же рядышком в плейлисте кулинарии. Обязательно посмотрите, эти котлетки просто бесподобно вкусные. Очень вкусные, обязательно посмотрите.